Приветствую вас, ребята, на канале Роли Гейм Онлайн. И мы продолжаем играть в Imperial Glory на сложном уровне за Египет. И это шестое видео прохождения кампании. Ребята, если вы в первый раз на канале и вам понравилось видео, ну или неважно что, обязательно подпишитесь на канал, ставьте лайк, дизлайк, оставляйте комментарии и нажимайте на колокольчик. Ну, а мы продолжаем. Ребятки, решил немножко вам разбавить прохождение Варкрафта, и поэтому решил отснять серию по Imperial Glory. В этот раз она будет не на Твиче, а сразу на Ютубе, поэтому все снимается с первой попытки и без участия кого-либо извне. Хотя никто, в принципе, не участвовал. Итак, значит, в прошлой серии мы остановились на том, что наши войска оккупировали Марокко. Завершаем ход и, наверное, принимаем их капитуляцию и присоединяем Марокко к себе. Если я правильно понял, в принципе, мы можем закончить эту игру, точнее, закончить прохождение, если мы захватим Тунис или Триполи, сейчас я точно скажу, потому что я уже немножко запутался. Вот, и, в принципе, на этом игра будет закончена, потому что мы поработим все империи. Но я думаю, это будет не совсем интересно, и самое интересное ждет впереди, то есть это противостояние против европейских стран. Так, военная аннексия прошла успешно. Хорошо. Проблем сразу здесь. Так вот, аннексия европейских стран, то есть это будет серьезная у нас битвы с Австрией, потому что у них войска, напомню, превосходят наши. Не в плане даже количества, а в плане качества, и поэтому победить их будет очень тяжело. Тунис нам нужно захватить для того, чтобы закончить эту кампанию. Пока я это право оставлю за собой, и возможно я захвачу их потом, если все совсем будет очень плохо, и закончим тем самым кампанию победой. Ну а пока продолжаем развивать нашу армию, собирать войска, и, наверное, все-таки нам нужно будет закрепиться где-то на европейском континенте. Возможно, это будет Сицилия, Неаполь, Папская область, и тем самым мы сделаем себе плацдарм для наступления вглубь Европы, скажем так. Так, а сначала давайте посмотрим, что у нас в Марокко. Это у нас очень плохо. Сначала давайте же подводные склады, местные госпитали, заводы во второй эре. Пока ничего. Военную академию, торговую гавань. Завершаем ход. У нас, кстати, уже нифигово так добавилось ресурсов. Чуть даже не обратил внимания, сколько у нас было их до этого. Но это нам уже дает возможность немножко больше рекрутировать армию, начать, так сказать, такую жесткую подготовку. Плохие отношения у нас с Австрией и Ломбардией, но я думаю, ничего страшного, разберемся. Главное сейчас укрепиться, закрепиться. У вас осталось два хода с территории Туниса, ну, нам, в принципе, уже Тунис и не нужен. Я думаю, этих войск хватит. Еще доберем по одному отряду, когда будет возможность где понабрать. Здесь у нас... Можно полковника и к нему. Уланов. Пехоту и артиллерию. Соберем, так сказать. Так, столица у нас... Египет у нас пустой. Здесь у нас... Ну, так себе. Вот этот мне отряд не нравится. Отряды, офицеры. Давайте тоже себя немножко укрепим. Вот таким макаром. Капитан Абдаллах с британским флагом. Обязательно сейчас нужно будет Османскую империю укрепить. Во-первых, маленький контингент для удержания восстания, это раз. А во-вторых, сосед оставляет желать лучшего. Сейчас Австрия с нами дружит, на следующий ход уже не дружит. Да, все нормально там с Тунисом. Все, не переживаю за Тунис. Никого там из наших нету. Что здесь по зданиям?
Триполи. Триполи, Триполи, Триполи. Военную гавань. Она мне надо, в принципе. Так. Увеличить сбор налогов на территории. Прибыль, получаемая империями. Пограничные посты, наверное, можно начинать строить понемножку. Маяк, в принципе, нам тут видеть ничего и не надо. Здесь у нас что? Здание налоговой полиции. Давайте сделаем упор на деньги все же. Министерство иностранных дел. Сейчас у нас еще закончится, блин, ресурсы. Улучшенные казармы. Улучшенные конюшни. Да, наверное, улучшенные конюшни, надо готовиться. Здание налоговой полиции ждем. Нормально у нас так население, 17 тысяч. Не помню такого показателя давно уже. Может, возможно, на конце прохождения такие показатели можно увидеть. Объясню, почему я поставил улучшенную конюшню именно в Османской империи. Там ближняя территория, на которой нужны будут улучшенные конные войска. Пустой он вроде едет. Сражение 1. Фрегат Аргонавт. Так, здесь у нас, значит, фрегат. Два фрегата у нас здесь. Это для того, чтобы в случае чего дать бой. Давайте еще два, наверное, сделаем. Во-первых, для того, чтобы могли контролировать прибережную зону случае нужды, а во-вторых, для того, чтобы даже если высаживать морской десант, он нам тоже пригодится. Остался у меня осадок по поводу действий Австрии, когда они отжали у меня мою территорию, которую я честно купил, честно заработанные деньги отдал. Никто не забыт, ничто не забыто. Объект госпиталя в регионе Марокко готов. Хорошо. Вот, еще здесь у нас сублимированные фермы. Современные госпитали. Тут строить и строить. Только что-то не могу понять, почему я... А, вот, военная академия только строится. Тунис предлагает нам 8 тысяч. Конечно, Тунис. Почему бы и нет? Испания. Было бы очень печально, если бы Испания на нас напала. Сейчас закончится ход, посмотрим, что у них там по войскам. Государство Польша выдвинуло. Значит, они нам предлагают продовольствие на 12 тысяч золота. Давайте 7900, конечно. Как раз, грубо говоря, то, что мы получили, немножко добавили и купили себе продовольство побольше. Пригодится. Есть. Так, демократия или республика? Конституционная монархия. Давайте мы будем республику. Значит, вербовать отряды элитной пехоты. Даже не знаю, что мы там будем вербовать, но давайте возьмем. После приглашения республики наш наследник решился переехать в другую страну. С этого дня он не будет принимать участие в политических делах вашей империи. Как вам республиканский Египет? Республика Египет. Интересный ход. Очень даже интересный. Но больше мне интересно, что же там будет за элитная пехота. Если, к примеру, элитную пехоту в Европе я представляю, то здесь... Не очень. Кстати, да, забыл посмотреть, что там у Испании. Налоговая построена.
Хорошо, все у нас не хватает уже ресурсов производства сырья. Доходы 567, расходы 2.31. Может, кто-то хочет с нами поторговать? К примеру, Испания предлагает сырье. Отлично. Давай нам 10 тысяч сырья за 24. Ух, нифига себе, нет. Давай тогда 6 на 14. Так, а вы тоже, никто не хочет с нами торговать в таком количестве. Ладно, если хотя бы 3000 на 7500, я даже соточку накину на пиво. Еще отношение ухудшилось. Ладно. Сами с усами будем сидеть. Как-то моя большая стройка захлебнулась. Сильно выбила меня стройка вот эта. И корабли начал заказывать, и здание там, здание сям. Военная академия построена, не хватает ресурсов. Понятно. Начинается. Так. Мы тут можем арабское ополчение вербовать. Тунис предлагает нам... Хорошо. Уже как-то по-скромному. Сначала 8 тысяч, а теперь уже 2,5. Так, ребятки, нам или мне надо решить, с кем мы будем воевать для того, чтобы получить плацдарм в Европе. Оставляйте свои комментарии обязательно по этому поводу, ваши предположения. Да знаю, что не хватает. Главное, что на все остальное хватает. Так, что-то Испании. Угу. Вторые уланы. Ну, так, вы знаете, неплохая такая у них армия. Ну, тут опять куча пушек бестолковых. Молдавия мне так симпатизирует. С этими я уже не хочу иметь дело. С Ломбардией. Уже спасибо, покупал у них как-то территорию в свое время. Кстати, думал, что я смогу распустить чужие войска. Было бы неплохо. Ну, я думаю, Испания нам не враг. Пока что. Тем временем 51 сырье. Это заявка. И никто нам не хочет предлагать сырье в обмен на деньги. Срок действия договора об оборонительном союзе с Австрией. Опа-па. Теперь мы с Австрией больше не дружим. Надо готовиться. Надо готовиться. Так, ну, еда у нас нормально добывается, поэтому мы сейчас, наверное, немножко выведем наши отряды. Ну, чтобы он понимал, что мы серьезно настроены. Так, а здесь мы пока ничего не можем сделать. Но мне вот эти недобитки не нравятся. Ладно. Пока нечем восполнять. Великобритания еще. Я что-то за нее забыл. Так,
Австрия Пьемон считает. Хорошо. Я согласен, Австрия. Лучше пока от тебя брать копейки и быть с тобой в мире, чем воевать. Мы пока с тобой не готовы. Но это пока. Еще и Молдавия нам платит. Хорошо. Люблю, когда платят. Пограничный пост готов. Торговая гавань готова. Не хватает. Не хватает, согласен. Все же маяки в Марокко надо будет поставить, чтобы я видел, что там происходит. Выше меня в море. Что у нас тут? Тут у нас все сидят, да? Нормально. Здесь никого. А кто-то пытается вообще? Нет, тут даже и не пытается. Зато у нас есть стрелки на верблюдах. Это наши и наездники на верблюдах. Это наши ребята, которые элитные. Элитная конница. Кстати, на следующем ходу мы уже посмотрим, что там у нас за элитная пехота будет. Я думаю, в ближайшие ходы никаких военных действий происходить не будет. Можно выдыхать. Отлично, новое украшение флота. Исследование дальше. Так, давайте увеличивать производство продовольствия на 50. Давайте пойдем в экономику. Так, в зданиях. Маяк здесь не надо нам. В отрядах что-то у нас добавился? Нет, никто не добавился. Давайте тут строится. Маяк потом, шахту обязательно. Улучшенная военная академия, не вижу смысла. Торговый порт требуется, торговая гавань. Что у нас, кстати, по торговле? Не задействованы торговые пути вот сюда, раз. Значит, что? Значит, нам надо сделать бригантину. Две. Есть незадействованные торговые пути. То есть деньги проходят мимо нашего кармана, чего вообще позволяет себе это большая роскошь. Надо с каждого источника делать хотя бы по глотку, для того, чтобы получить прибыль. Даже минимальный доход – это уже прибыль. Короче, мы Марокко поднимаем просто снизу. Тут казарма у нас. Блин, тут еще строите. Угу. Так, ладно. Что тут у нас? Задание. Третья эра. Ничего нельзя построить. Улучшенная казарма. Угу. Не хватает немножко. Ничего, сейчас мы улучшим, точнее, исследуем или изучим новое направление в мирной ветке и сможем уже улучшить нашу добычу запасов руды и прочей хрени, что нам даст в будущем возможность уже получше себя чувствовать. Кстати, как у меня тут распределено? Все в науку, хорошо. Для того, чтобы быстрее была наука, я, конечно, знаю, ребят, вы можете меня опять поправить в комментариях, типа там, ты не строишь школы, ты не строишь институты, поэтому у тебя так слабо идет развитие. Ребят, я знаю, что это нужно ставить, но как-то у меня всегда так получалось, что я в последнюю очередь этому уделяю внимание. Так, Швеция ищет возможность примкнуть к нашему союзу за 123 золота. Блять, уже лучше вообще ничего не предлагали, чем 123 золота. Издеваетесь.
Быстро все любит пощекотать мне нервы. Так, есть наш. Оп, так, сюда. Задействовано. Еще сюда надо будет задействовать, а здесь надо будет пеши, да? А чего мы тут? Коммерческая. Так, а это я не понял, о чем мы тут не торгуем, что ли? Торговое отделение, конечно же. И консульство потом можно. Думаю, к тому моменту у нас уже ресурсы будут. Вот к чему эти передвижения? Это как он как союзник переводится. Ух ты! Так, госпиталь не хватает на маяк. Ну да ладно. Вот это поворот. Минск под оккупацией. Я вам сейчас карту покажу, где с четырех сторон готовилось нападение на Минск. Я ее принес, кстати. Саксония? Что с тобой? Что это было? Мир сошел с ума. Какие-то ж это страшные разборки пошли. Смотрите, что там происходит. Бабах! Австрия нагнула Ломбардию. Интересно. Даже очень. Даже очень интересно. Не ожидал я такого поворота событий. Причем вы обратили внимание, там Саксония или кто, какие-то такие или выпады такие страшные делал, напала на Австрию, те отбились, психанули, пошли лупить Ломбардию, короче, вышли с Ломбардии, отбили Минск. Блин, что-то страшное происходит. Так, готов еще наш корабль. Есть такое дело. Еще один там, наверное, можно поставить. Мы можем дальше развивать нашу торговлю. Блин, с таким успехом этот сапог могут... Австрия может забрать. Может нам поторопиться забрать его первым? Молдавия, мне кажется, просто в ахере сидит от всего, что происходит. Так, аграрно исследовано. Глубокие шахты, давайте. Неаполь. А ну-ка, объявить войну. Нельзя тогда. Коалиция. Мирный договор. Оборонительный союз. Торговое соглашение. Еще и Египет. Ну, Египет предлагает военную помощь государству. А, так Тунис, смотрите, как разросся. Нифига себе. Я Молдавия, ты не хочешь? Я тебе предлагаю, к примеру, арабскую пехоту. Шучу, она тебе нахрен не надо. Хорошо. Ты кто?
Это Тунис. А вот ты кто? Сицилия. Интересный вопрос. Но это не Австрия. Тунис. Сейчас Испания, Великобритания. Франция нет. Дания нет. Швеция. Ломбардия. Нет, не Ломбардия тоже. Может, Ганновер? Так, а что нам надо для захвата? Надо подумать. Надо подумать, что нам нужно для захвата. Так, а для захвата, для захвата. Ну, пускай раз, два, да. Так, здесь у нас вообще никого нету. Министерство увеличит производство. А у меня и так все хорошо. Не хватает. Так, ладно, мы тогда сейчас соберем три отряда здесь, посадим их на наших три фрегата и поплывем к итальянскому сапогу. И попробуем его нахлобучить. Кто бы то ни был. Ну да, кто бы то ни был. Но надо учитывать то, что Австрия может это не понравиться. И они, как только пропадет оборонительный союз, сразу на нас напасть. Но это уже будет потом. Тем более он сейчас истек срок договора. О, Марокко. Все, вижу, теперь кто тут катается. Франция. Батавия. Неаполь. Неаполь — это житница Италии. Дружественно по отношению к империям. Тунис 36%. А ты кто? Сицилия. Ладушки-говядушки. Хорошо, 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 хорошо. Сейчас мы немножко подкопим ресурсов. Посмотрим, как будет развиваться дальше Австрия. Очень интересно получается. Во-первых, для меня было сюрпризом то, что Тунис уже там сидит. Кто ты, воин? Что ты ко мне подплыл? Австрия выпустила еще один кораблик. Кастилии консульство построено. Хорошо. 76 по отношению ко мне, 69 к этому будет, конечно, очень неприятно. Попробуем. Опять сейчас буду вкладывать туда ресурсы, бабки. Попробуем мирно ее взять. Но, как обычно показывает практика, за два прохождения до этого, то никогда у меня это не получалось. И, к примеру, сейчас я там все строю, строю, стараюсь. И Тунис потом хлоп, и оно все Тунисом станет. Ну, если станет Тунисом, тогда придется его лупить. Придется его лупить и оставлять только столицу. Потому что Тунис что-то сильно разросся.
Глубокие шахты в Марокко. Новый командир нас ожидает. Хорошо, что тут у нас вообще по Марокко? Казармы. Конюшни. Здание налоговой полиции, министерство. Ладно, давайте казармы, конюшни, литейный цех. Начальные школы. Как хотя бы начальные школы у них будут, они же должны уметь считать до 10. Блин, что, Тунис сделал что ли этих? А нет, еще не взял. Хорошо, а если я хочу, к примеру, почему я с ними не могу? Попросить территорию. За 43 тысячи, смотрите. Нет, Тунис. Территории я уже просить не буду. Кстати, а если вот с Испанией попросить территорию? Извиняюсь, ребятки. Каталония 22, 23, 82, но это столица, они не дадут. 34 и 25. Ладно. Пока подождем. Отряды. Это еще 4 хода будут только офицеры наниматься. Надо маяк поставить в Османской империи, чтобы видеть море. Сейчас, наверное, так и сделаю. Давай, командир ожидает. Хорошо. Здание. Тут маяк нельзя поставить. Ладно. Специальные школы. Что в столице по зданиям? Давайте здесь тогда маяк поставим. Ох, же Испания, лакомый кусочек. Завершаем. Интересно посмотреть, что будет, что там у Британии вообще, как они себя чувствуют. У Франции. Кстати, напоминаю, у нас... Не понял. Австрия с нами стала хорошо себя чухать, что ли? Что-то она пропала с мирового этого. Так, современно это исследовано. Теперь Гельвецкая республика к нам плохо относится. Интересненько. Мирный договор, валютный союз, торговое соглашение. Смотрите, Австрия, она просто, блядь, она просто огромна. Тунис со мной в плохих отношениях. А тебе что не нравится, дружище? 86-72 мы пока ведем, хорошо. Тунис там еще что-то лицом крутит. Тунис, не доводи до греха. Мы сейчас с тобой можем закончить очень быстро.
улучшенная в Антоле есть. Маяк в Египте построен. Вот мне не дает покоя вот Неаполь. Чьи это территории, блин? Возможно, у тех ребят сверху. Коричневые такие. Но кто это? Непонятно. Возможно... О, Испания этих обогнала. Руссию. Хорошо, не хватает. Вот кто ты? Вот это те же ребята. Вот я их вижу, вот они. А кто это, я не знаю. Наверное, имеется в виду, что это республиканцы. Ждем. Пора уже нанимать армию, а не строить. У меня уже денег, кстати, 1 000 000 на здание. Сталелитейный завод, давай. Хоть в столице поставим. Другого учреждения в Кастилии есть. Литейная в Марокко. Не хватает начальной школы в провинции Марокко. Но пока не будут они уметь читать. И писать. И считать. Ничего страшного. Доходы у меня чуть больше, чем расходы. Так, офицеры у нас готовы. По отрядам кавалерия, артиллерия, пехота. Чем отличается гаубица? Особенно эффективны для разрушения зданий. Снаряды летят по параболической траектории. Эффективно поражают и войска, и здания. Угу. Но они стоят, опять же, стоят по ресурсам. Охренеть сколько. Доходы плюс 3000, расходы 378. Ждем. Блин, а может это Британия? Мы посмотрим. Польша считает. Давай, Польша. С тобой мы подружим. Я думал, Австрия нападает. Марокко 0. Триполи 0. Итак, господин, на одной из наших новых территорий было поднято восстание. Понятно. Понятно. Короче, у нас почти везде восстание. Значит, у нас восстание где? В Марокко восстание.
И у нас восстание в Триполи. В Триполи у нас есть войска, которые сейчас выйдут и будут стучать им по шапке. Ну, а это, ребята, уже будет в следующей серии. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. С вами был Росси. До скорой встречи и пока-пока.